участник под номером один. Наталья. И ее вот такой красивый, замечательный, лохматый питомец. Наталья у нас девушка серьезная. По образованию она инженер-программист. Она руководит информационно-техническим отделом. В подчинении у нее несколько десятков человек. Наталья предпочитает кушать пельмешки и запивать их кофе. А дома у нее есть любимая обязанность – пылесосить. Правда, кофе у нее всего один небольшой, на котором сидит собака. Но, тем не менее, ей доставляет это истинное удовольствие. Кроме этого, Наталья – человек у нас очень разносторонний. Она еще судья Российской Федерации второй категории по автоспорту. Я думаю, кто-то заслужит такой аплодисмент. Наталья у нас любит читать. Дома, помимо собаки, у нее еще две кошки. Первая собака появилась у нее в 10 лет. И это была немецкая овчарка. До сих пор Наташа так и не изменяет любимой породе. Если бы у нее была возможность, дома было бы у нее целых две немецких овчарки. Ну, я думаю, эта мечта когда-нибудь у нее осуществится. Питомца Наташи зовут Ядер Комхаус Спар. Ему 5 лет. Это длинношерстная немецкая овчарка. Ядер имеет много призовых мест. Также он является победителем соревнований и, конечно же, неоднократным участником показательных выступлений. Ваши аплодисменты, Наташа и Ядер! Начали движение.